За 2021 год в Североказахстанской области зарегистрировано 10 случаев возгорания машин. Почему автомобили горят и как защититься от огня, расскажет моя коллега Айман Кузембаева. Вот к чему приводит замыкание электропроводки. Автомобиль 2018 года, свежий автомобиль, превратился в хлам. Только за 5 месяцев 2021 года произошло 8 случаев возгорания легковых и 2 грузовых автомобилей. Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям города Петропавловск провели рейдовые мероприятия по предупреждению пожаров. Основными причинами возгорания огня в транспорте является замыкание электропроводки, курение в салоне, нарушение герметичности шлангов в топливной системе. Сотрудниками управления по ЧС города Петропавловска делаются эти мероприятия для того, чтобы донести каждому автомобилисту, что он может лишиться своему имуществу, чужому и причинить материальный ущерб себе и другим лицам. Избежать пожаров можно, если своевременно и качественно проводить технический осмотр транспортного средства в специальных сервисах. Не рекомендуется оставлять автомобиль с работающим двигателем. На сегодняшний день 40% населения выбирают газ. Он вдвое дешевле бензина и экологически чище. Но с каждым годом число возгораний таких машин растет. При эксплуатации автомобилей на газовом топливе необходимо соблюдать технику безопасности. Техника безопасности заключается в своевременном обслуживании оборудования газового. То есть это не только регулировка, но и устранение неполадок, то есть промежутки между техобслуживанием не должны превышать 10 тысяч километров пробега. Или хотя бы один раз в полгода обращаться. При возникновении пожаров сообщите о происшествии по телефону 101 или 112. Айман Кузембаева, Адиль Нуржанов, служба новостей.